Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня. Чтобы долго вас не отвлекать, быстро-быстро сейчас покажу вам первую банановую ногу. Все, не было и дня, чтобы кто-то не написал, как у вас там банановые ноги, как себя чувствуют, что, как, все интересуются. И вот, хочу сегодня поделиться с вами радостью. Сегодня нашла первую банановую ногу. Ну, ее ногой тяжело назвать, это ножка. Прям миниатюрная такая маленькая ножка. Вот одна такая, другая еще поменьше. Но уже все сортовые характеристики налицо. Он должен быть вытянутый и с носиком, с таким с длинным, с остреньким носиком. Рядом стоит Казанова, но у Казанова пиписька совсем другая. Она с дырочкой внутри, а у этого с острым носиком. И вот они у меня растут рядом. Сейчас покажу вам Казанову. И у них плоды на начальном этапе почти одинаковые, их можно было бы спутать. Но у Казанова вот этого носика нет, у него кончик тупой, и там уже проглядывается дырочка, как такая прорезь. Ну, аналогично по анатомии с человеческим пиписькой, у него там будет дырочка, а у этого будет вот такой остренький носик. Я очень рада, что у меня появились первые банановые ножки. Мне очень интересно. Я сейчас не буду здесь рассказывать, как его формировать, что он там низкорослый, мелкоплодный. Я дам ссылки к этому видео на формирование всех томатов. Там и про Казанова, и про банановые ноги. Я вам просто хочу показать вот эту очаровашку. Вот еще одна маленькая. Ой, ой, подождите. Первые банановые ножки, такие крошечные, такие маленькие, хорошенькие, как это, как птенчики, цыплятки. Все, вот это банановые ноги. Значит, у него все нормально, начал плоды вязать.